да я выключу, включу для видео. Погоди, выключи. Какое видео? Ну ладно, оставь. Что-то можно его на вот тут. Ой, ой, ой. Иди, нажми на фото. Ну чё, куда ты? Да, куда, блядь? Лапы свои. Не сюда заходить, это Google фото, ты здесь ничего не сделаешь. Там надо найти именно фото такие, галерею. А что, что? Типа галерея потерялась? Иди сюда. Как-то она должна быть. Ты хочешь взять? Так нам будет стоять. Меня потом убьют. Меня убьют и съедят. Ну, блин. Как оно включается? А, благодарю. Ой, тут какие-то фоточки есть. А, понятно. А, это Samsung. Я же думаю, что-то знакомое, что-то знакомое. Тебе надо. Дай мне. Да отойди. Как его включить? А все, я тебе говорю, что я все. Просто камера сбоку. Он фу. Мне нравится. Сегодня нам явно везет. Какую красоту сделали. Если вы читаете эту надпись, а пицца находится внутри, то у нас плохие новости. Вот это извините. У меня для вас тоже плохие новости. Пиццы нет. Нет, убрали. Ой, я что-то купила. Ой, я не хочу подпишись. Я тоже. Просто Лена, которая хочет посчитать свои расходы. Смотри, как мы насадили. Ходим красиво. Но. Делимся успехом от классной пиццефабрики в свободном городе. Франшиза. Франшиза. Пиццефабрика.ру.
Потом тут франшиза. Шиза. Они намекают. Ты посмотри просто вот этот сироп. Ключ хлеб, вот этот сироп. Я помню, за первый раз я так охренела, я думаю, как на телефоне. Понравилось, оставьте здесь, подпишитесь, звоните. А там нет двери. Ну, если даже на этом, на службе поддержки на детской не отвечают, то тут уж явно. Когда даже на пиццу отвечают. Алкоголь, во, сигареты. Ой, алкоголь, во, сигареты, во. Парень, посмотри, чего стоит. Не курите, ребята. Пошли. Что там дальше? А, раз, два, три. Восхищаешься моей эстетикой, ведь я Данила Степанов. Мне кажется, он заколеблется, переворачивает телефон туда-сюда. Произошли небольшие технические шоколадки. И мы забыли снять в коллаже. А ты снимаешь? Нет, я не снимаю. Поэтому мы снимаем из Леруа. Да, я за неё. И дверь. Это для чего? Они там делом ещё. Какую взять рамку? Ой, ой. Ой-ой-ой. Где рамочки? Дети. Ты что, не думаю, дети? Она хочет детей. Какую рамку взять? Ты хочешь сейчас взять рамку? Угу. Какую? Хорошо. По фотографии. Я понимаю. Это красиво, но она не такая. Тебе какой размер надо? Вот у меня дома очень много вот таких рамок. Они обалденные. Они обалденные. Мне очень нравится. Мне очень удобно. Рамка. Это не стекло, это рамка, да? Все, пойдем дальше. Мне это какую брать? Ну, ты не сказала, потому что типа размер какой? Я не знаю, двой. Возьмем такое. Черный покрасивый. Я хочу папу просто. Никогда не понимала, зачем это вот это расстояние. Куда можно нычки ныкать. Блин, вот куда можно в маму деньги прятать. Берем. Сразу четыре. Да. Да. Она большая. Мне надо поменьше. Вот эти прикольные. Но они стоят тоже прикольно. Вот эти есть в фикс прайсе. Вот эти есть в фикс прайсе, они стоят гораздо дешевле. Это некрасиво. У меня вот такие, вот такие вот дома. Они у нас есть. Взять? Возьми. Сколько она стоит? Еще одну возьми, может. А точно черный, может. 61? 61? Надо, теперь осталось отпечатать фотографию. Ты что снимаешь? Не знаю, Артурчик, влог. Влог. Потому что, блин, я на стене не вижу что-то, потому что совсем все плохо. Вот это красиво. У меня вот наподобие есть. У меня, короче, бабушка в комнату купила, как его, с Парижем, розовенькую. Типа, когда у меня фиолетовые обои были, она подходила. Я знаю, когда я буду приезжать к папе, что у него попрошу. Как тебе? И вот это прикольно. Подпись оставим свою. Короче, бабушка купила розовую с Парижем. В итоге она висит в коридоре. Должна была висеть у меня в комнате. Хочу себе фотообои. Нет, давно пораша.
Я давно себе хотела фотообои, когда мы еще только переезжали. А все. Ну, вот эта фигня висит под люстрой. Нет, над люстрой. Я хочу все такие. Такие прикольные. Так смотрится. И мой тоже. Блин, какой классный плед. У нас такие были вот эти вот. Мы покупали их еще в Икее в Москве. Я вот такой хочу тоже. Себе такой взять? Ну, я не знаю, зачем. У меня, типа, сейчас нету места в комнате, поэтому только когда я буду переезжать. Так, а ты же с братом вроде. Он только спать приходит, да? На то, что его выгонять из комнаты нельзя, потому что теперь это не только моя комната. А я раньше сюда выгоняла. Пойдем еще на стойный лампу. Сейчас... У меня сейчас есть, но мне уже не одинаково, потому что я так хочу. Ну ладно. У тебя такая? Я себе. А что для тебя? Ты этот прикольный. У меня? Я пока закупаю. Ну, навряд ли здесь можно жить, но я не знаю. Она похожа на вот эту. Моя вот. Только да. Темная, черная. Она похожа на эту вот она, формой. Нет, здесь не то. Она стоила дороже, кстати. Вот смотри, вот как вот это вот, только у нее экран я полностью сам. Ух. Вот у меня такая, а здесь вы нет. Я не знаю, где попробовать. Какая это есть? Блин, они такие классные. У меня такая же есть. А руками во время не ремеха. Честно говоря, фигня полная. Оно не стоит своих денег. Оно валяется у меня сейчас где-то, не пойми где. Я люблю, когда спальник удобнее ставить. У нас были в спальне, знаешь, такие белые. Вот эти вот... Ари-бомбочка. У нас вот такой же был, типа, только там вот был белый с черным, типа, с какими-то, он был черный с белыми надписями, типа, с рисунками. В этой, на Давыдовском. Пойдем смотреть кухню. Пойдем. Пойдем смотреть кухню.
Строим дом мечты. Мужа. Бутерброд. Один. А здесь муж будет ждать. Ну, не хватит. Ой, это такая же херня, как у нас сейчас на ящик. Да, у нас сейчас такая же херня. Как у нас немножко получше. У нас в Давыдовском на кухне были такие же. У нас сейчас вот на... Как прикольно. Вот, вот здесь вот я буду готовиться. Мужу. Артур, жди. Ой. Что это Артур вообще? Ну, потому что мы Артуру снимаем. Здесь у меня будет стоять рука. Это я буду заваривать. Да. Ну, здесь я буду готовить для себя. А, ну, то есть три кухни берем, да? Да. Муж, любовник и себе. Нет, там любовник, здесь муж, а здесь я. Вот, здесь я буду готовить. Тебе понравилось? Она маленькая. Нет, это всё такое. Спасибо. Современные дизайнерские разработки французских компаний-партнёров. Вот это прикольно. Холодильник. Мы это смотрели с Ваней в тот раз с Никитой. Риту даже уже готова, Лер. Тебе осталось просто выложить ролтон на тарелке. Нет, она слишком яркая. Для клятки эти холодильники. А папа знаешь, кого хочет? Открывается ногтями. Овса. Папа хочет, знаешь, кого себе двойной, типа, с двумя дверцами. Ой, да, они балдежные. Всегда такой хотела. Как ногтями открывать мой голос? А все? А это потепно. Где такое стоит? Понимаешь, у меня в ящиках, типа, и в столе, и в шкафах, но само такое, ну, типа, вот этой паузы нету. А, типа, это микроволнова, пипец. Я хотела сказать, зачем тут две духовки? У нас тоже стоит зеркальная такая фигня, когда мы покупали, я ей маму говорила, что я буду мыть стекло. Я ни разу еще не помыла стекло. Ну, что, там будет готовиться... Рот. Да, запеченный. Курочка-гриль. Да. Картины классные. Вот, это нормальные ручки. Нет. Вот, как мне это достать? Мамка, тебе нужно это достать. О, красота. Обожаю красную. Ну, типа, когда есть краску. Вот у нас сейчас такая фигня в шкафу. Только вместо вот такой вот фигни у нас здесь стекло. Знаешь, я, ну, типа, захожу в комнату после того, как нам установили мебель. Такая, типа, ну, типа пытаюсь открыть типа, стекло. Папа говорит, я такая смотрю на него, ничего не поняла, да? Ну, типа, просто нажимается? Да, она просто нажимается. Вот, а у нас стекло такое. Я сегодня первый раз мыла стекло, мне было страшно его запачкать. Я сегодня там все расставила, там все красиво. Как это реально делать, не запачкать? Ну, надо будет скрепить, а потом уже она будет. Такие же, как у нас тарелки с фикс-прайса. Здесь мы будем пить. Вино. Самое дорогое вино. Это не только вино. Либо это детский вариант. Компотик. Здесь поможет пить шампанское. У меня руки спотели. А эти убивайте, его дуже. Мама, которая сломала эту фигню просто. У нас она железная, это серьезно. Во, классная кухонька. Знаешь, для однокомнатной квартирки маленькой. Артур, хочешь поесть? Пожарим ее. Пожарим. А у нас есть вода с собой, Лер. Классно. Ищи макарошки. Это стало интересно. Пустота целая. О, есть кружка. Достаем водичку. А мусорное ведро где, я не понял. Не скрейся. Да, как я и говорила, скрейся здесь. Но она неудобная. Типа надо 20 раз открывать? Я говорю, это было неудобно. Нет вилок. Изъято.
друзья Винки. Все, я понимаю. Может быть, есть курица? Даже курица есть. Ох, господи. Ничего нет. Что вы забрали? Тарелки вот нашлись. И доска есть даже. О, вот еще такое. Ящичек. Смотрим дальше. О, еще. Да мы можем тут остаться жить. Я хочу остаться. На ночь. На 24 часа. О, осик. Одиночка. Смотрим дальше. Здесь у нас есть доски такие. Я не хочу, мне уже страшно так открывать. Хорошо, все хорошо. Не криво. О, здесь нормальный мир. О, здесь измельчать, да? Нет, это не измельчать, кнопки нету. Ну и ладно. Смотри, тут уже получше, типа тут уже набор есть. И это есть, открывай эти ящики. Ну и чё, открывай. Это что такое? Банка десыпучих продуктов риопластик. Как она открывается? Это пихушка снимается. Пахнет новой мебелью. Поняли, пустота. Сейчас 6 рублей. Нас обделили вилками. Мусорку покажите мне. Ладно, нормально, мусорку. Лер, давай вот до там посмотрим мусорку. Смотрим. Приходим сюда с компотиком. Вот, смотрите, даже лопаточки есть. Тут уже понадежно. Ничего. Слышь? Все, бокал есть. Ну, не закрывается, мне не нравится. Иди дальше, готовы вот эту комнату. Передай привет. Привет. Уже 15 минут прошло. Мне кажется, они досмотрят. Мне кажется, они досмотрят до конца. У тебя будет веселая ночь. Без моего участия. Я волнуюсь. Не, не собрано. Это все зеркало. Не, мы слушаем все шкафы, знаешь, так. Видим все, что надо. Мне жалко память моего телефона. Это мой рай. Я нашла зеркало. Я хочу вот это зеркало. Вот это? Обои не совсем ровно легли из-за этого, и я хочу туда повесить зеркало. И тут мне с утра пришла идея повесить зеркало в шкаф. Мама говорит, на шкаф не повесить. Я не люблю, когда зеркало на шкафах. Поэтому я предложила, ну, я еще не предложила, а предложу. Я тоже не надо. Как оно открывается? Веселый блог получится. Я про себя. Кстати, что я туплю? Я просто выложу это на YouTube и все. Надо будет. Мне страшно, что она сейчас пошепнет на камеру. Сколько она? Ой. Чуть дальше. Мы сейчас пройдем все. Кто-то забыл закрыть ящик. Что такое, надо сказать? О,
вот, стоят. У нас такие же. Нет, подожди. Да, я такие же фигни стоят. Вот здесь фигово как-то. Вообще ни о чем. А, она не работает, понятно. Ой, я думала, ты ешь. Какие небольшие. Нет, я не забиваюсь, если это обычно. Это прикольно. Ну, видишь, то, что там в документах что-то выписано, а то, что в документах выписано, я не так. У бабушки никогда не могу эту хрень вытащить. Она с ножом приходит ко мне вытаскивать ее. Прикольное зеркало. Я постоянно, когда бабушки приходили, у них вот так вот делать, я вот так выключаю свет, знаешь. Я люблю на кухне, когда есть подсветка, вот так вот рукой проводишь. А у нас она включается как-то. Как, правда, я не знаю, до сих пор. Ну, мы поехали, девочки. Это было классно. Ну, у меня ничего такое. Повыше маску и ничего такая. Я тут хочу только. Ничего не поменялось. Она меня игнорит, о. Бесило такое носишь. Пойдем, Лера, отсюда, я уже не могу. А, это не прикольно. Кнопка прикольная, но не прикольно. Только на свет будет падать не очень. А типа, а чё? А по-моему, где-то произошли технические шоколадки. Лер, ручка покинула чат. Розетка не русская, зачем она такая американская? Американская? Ну я поняла. Не русская. Она не наша такая, она не русская. Она не Лерина. Здесь можно кота положить. Серьезно? У меня здесь собака с котом уберут, понимаете? О, обожаю такие раки. Мой кот, который умер 24 ноября, и просто собака, которая не поместится туда, да-да. Она сжимается. У нас до вырезка был черный такой этот, вот такая же фигня. Она высовывалась так же, типа обычный кран, но он высовывался. Где? Это кожа шелушится, я же тебе говорила. Видишь, это кожа. Главное показать. Бесит мой нос. Нет? Бернули? Идем проверять. На выносливость? Да. Сейчас вы увидите Леру на унитазе. Что-то они все какие-то мои. Папа с квадратным туалетом, да-да. Садись. Лер, может, искупаем? Нет, не получится. Что мы прикорчем поставить? Сейчас забьется, что ли, скучит? Закрой. Парень, посмотри на мою мечтику. Мы один раз с подругой было такое лето, до сюда, мы так улыбались. У меня еще душевой... Она не видит? Не знаю. Так даже. У него душевой еще потек. У меня у папы тоже в этом, на Деминской. Вся, да, вот эта вся фигня есть, которой он никогда не пользовался. Там масса. О, массаж, все такая фигня. Папа, который пользуется только душем.
интересно. Что ты можешь посмотреть? Вот эти прикольные. Если нам сейчас скажут, что запрещено снимать, я одну. Блин, вот так вот спрятаться в шкафу в каком-нибудь и достаться на 24. Хуёво, нет, она так делала. Не старайся. Господи! Можно так же проверить? Иду в двери проверять. Мне мама один раз их проверила. А, пирожка. Прикольно это проверять. Выходи. Выходи. Давай, погоди. Лера, тут очень много ключей. Здравствуйте. Соседи новые, да? Пока. Лера, если я нажму, что будет? Типа, если что, я не с тобой, да? Я 100 раз проверяла уже. Там очень громко. Нет? Давай я оставлю телефон внутри, мы закроем. Фокусы, фокусы. Я не слышу. Давай еще раз. Не, не хочу. Давай. Через окно посмотреть на нас. Потом послушаю, правда ли так? Потом послушаю, типа, правда там музыка реально выключается. Господи. На 100%. На 100%. Короче, смотри, как эта прядь выделяется, которую я покрасила. Никак. Да, вот вообще никак не выделяется. И сзади волосы тоже вообще никак не выделяются. Вот это вот родной цвет, вот это вот покрашено. Печка, которая скрипит. Открой. Нет, не надо, я тут не буду сувать, потому что если мы потом ее не откроем, то будет фиаско. Снимать. Папарацци. Это папарацци. Причем он же. А, ухо заболело. Так сейчас я пойду уже. Значит, дед потерялся. Ну, знаешь, там... Он не захотел приходить домой. 3 суток ребенка нету, как бы. Ничего страшного, бывает. Просто мы с Лерой, которая... Мне больше не останется. Опаздываем домой. У тебя осталось 3 минуты. А мы... Твою мышь. Мы вообще у Солнечного. И Лера, которая через 3 минуты надо быть дома. Пожили и хватит.
да. Давайте поразмышляем на тему дружбы. Вот. Вот. Как дела? Прекрасно. Вон говно. Еще говно. И еще говно, которое я не могу показать. Звон говне. Как я и сказала, сейчас весной всплывет все говно. Начнем год с правды. Ну, технически, да. Ты чего? Ой, я чуть телефон не уронила, да. Вот в этой прекрасной будке я сидела с человеком. Это беседка. А? Это беседка. Будка. В этой прекрасной беседке я сидела с ним. Предполагала ему молодым человеком, который мне очень нравился. Мы играли в карты, тогда я узнала его номер телефона, и он где-то. Я думала, ты сейчас скажешь, когда я узнала, что я беременна. И тут понеслась моя история, беременна в 16. Вот мы сидели, играли в карты. Потом мама, как обычно, сказала мне, что домой рано. Это все мама виновата в том, что у нас не получилось решение. Это мама виновата, что я не беременна в 16. Хотя мне 15. Вот что еще впереди. Там и в это... кстати, я хочу тебя поздравить, мы с тобой не беременны в 15. Верно, не меньше, чем через полгода 16. Мы же июньские. Артурчик все время намекает, что что типа на тебе скоро 16, а в июне 15. Тебе 15. Я не хочу, чтобы меня посадили за изнасилование, да, Лер? Я хочу 19 год, только конец августа. Я тоже. Он 14 лет, я не призналась, я просто не люблю. У нас был новогодний праздник, я размыла для него, как мне показалось. Ну, нас отшили. И, ну, он там сам виноват, на самом деле. Он сам говнюк. Ой, мне плохо. Итак, девочки. Всем пока. Мы украли телефон у нее. Она не знает о том, что у нее украли телефон. Она даже не слышит о том, что я говорю сейчас. Она меня даже не видит, она про меня забыла просто. Понимаете, что творится в этом мире? Мы кого-то сняли. Она вообще слепая, она глухая, тупая. Но я ее так люблю, просто капец. Она потерялась. Лена, она не увеличивается. Ну, слушай, может, им предложим погулять? Лен, я на этой неделе уже не погуляю. Да я думаю, погуляешь, я же чего-то надеюсь. Я не хотела, конечно, это не курс дома просидеть. Вот так вот. Надпись для кого? Для слепых? Потому что нельзя увеличивать. Великолепно. Поплыли. Кто хочет попить шоколад молочка? Сейчас будет фокусы. Ой, аж покраснел. Ой, какой. А? Так ты переходить-то будешь? Так в смысле? Мне вода попала в ботинок. Я не поняла, что ты хочешь сделать. Перейти дорогу. Было. Где? Вот там вот. Нет, здесь удобней. Там
О, я в лужу ступила. Больше бегаю. Фоткать с Настей Беспалова. Короче, у нее телефон убегает. Просто бегом-бегом. Бежим. Я сейчас упаду. Валивайте. Я уверена, она не догадывается. Она просто... Посмотрите на нее. Просто амобич, амобос. Все, забери, мне не нравится. Преступник. Века обнаружен. На, очки. Не на. Этот человек чуть не упал в говно. Мы в жопе, ребят. Смотри, пожалуйста, под ноги. Я рассказывала про бывшего, который... Привет. Ой. О, какие люди. Обняться не хочешь? Да я... Ты попадешь в мой случайно. А тебе семечками пахнет? Семечками? Я семечки ем, потому что... Влог мне еще нет. А он что, уехал уже? Он в Турции отдыхает, тварь. Вот он не рассказывал целую неделю о том, что мы ее курсы. Я думаю, а он мне тогда показывал, потом купил его. Да что тут? Да и шляюсь, это нехрен делать. Никто гулять не идет. Ты еще гулять будешь? Да. Потому что этот человек идет домой, а я не хочу домой. Я уже опоздала домой, но он сказал, что я больше никогда не буду. Опоздала домой, все. Просто Лера, которая должна была быть дома 7 минут назад. Пешеходку повесим? Да. Ну, уже да. Я ночью, когда все дома сплю, слышу, вернее, слышу пешеходку с светофором. Ты куда идешь-то? Я? Ты? Куда? Там приду.